Чудо из спортмастера Stealth Energy. Велосипеду вроде года 3-4. Приехали с проблемой, то что каретка разбита, болтается полностью. Значит, очень долго откручивали, сломали один ключ. Смотрим. Здесь вырвало первые витки резьбы, полностью слезало. Ну это ладно, сюда каретка закручивается. У меня есть вот такой вот прикольный наборчик. Могу поправить любую резьбу, могу все почистить. Смотрим с другой стороны. Здесь резьбы видно, да? Вот там вот она есть в глубине, здесь резьбы нет вообще. То есть, когда закручивали каретку на заводе каким-то гидравлическим прессом или типа шуруповертом каким-то очень мощным, закрутили не по резьбе, очень криво она стояла, сорвали вообще все витки. Сейчас покажу, как каретка выглядит с другой стороны. Так вот выглядит каретка. Видно, да? Насколько она была разбита, человек вот так катался. Значит, вот эта правая часть, где сорвана первый виток, вот она весь остался на каретке. То есть криво закрутили, вот это все сорвали. А вот левая чашка, которая вообще всю резьбу срезала полностью. И вот мой ключик. Пока откручивали, вдвоем откручивали, трехметровым рычагом сорвали шлицы на ключе. Вот эти вот шлицы, куда цепляется ключ, полностью сорвали. И решили вот такой вот приварить инструмент. То есть вот у меня рычаг сантиметров 60. Потом я к нему как-нибудь придумаю, что до 3 метров его удлинить. Будет пока у меня вот такой вот ключик. Тоже ему жить недолго осталось. Потому что уже вот эти вот кончики ключа могут в любой момент лопнуть. Ну, у меня есть запасной, но запасной хуже, он с направляющей. А это с отверстием, то есть его можно на ось, когда вот ось вот так вот с той стороны заходит, сюда можно закручивать винт, и чтобы плотно прижимать каретки. Вот, так что с правой стороны все закручивается нормально, новая каретка, она на промах, нагрузки на нее не будет никакой. А вот с левой стороны она прям болтается, видно, да, насколько тут все сорвано. Надо будет какой-то фиксатор резьбы очень густой, не знаю, жидкие гвозди, что-то туда напихивать, чтобы она зафиксировалась. Будем думать. Так, с этой стороны закрутилось вообще все отлично, жестко. Ничего никуда не прокручивается. И нормально, по крайней мере, теперь все плотненько по резьбе. А вот с этой стороны тоже резьбы хватило. Примерно наполовину каретки хватило резьбы, и она держится. Я закрутил до упора, чуть-чуть потянул. Ничего никуда не болтается. Люфта нету. Но видно, да, что вот в самом начале нескольких витков тоже не хватает. Но поскольку здесь прома, нагрузка будет на самую дальнюю часть, как раз та, которая закрепилась в резьбе. Так что эта каретка прослужит еще очень-очень долго. Но, блин, по времени это заняло. Начало день я крутил, потом еще 2 дня крутили. И вот сейчас докрутили. То есть 4 дня, чтобы выкрутить каретку. И еще ключ пришлось сваривать новый, изобретать. Но сделали работу полностью.